Вам с Батрутдиновым это уникальный, значит, случай в юморе. Видимо, чтобы понять, что это из себя представляет, надо посмотреть фильм «Человек на Луне», значит, Милоша Формана, где Энди Кауфман ходит там в стриптиз-клубы, по-моему, я сейчас точно не помню сюжет, он там рассказывает там шутки каким-то стриптизершам на всех. Вот у них была та же самая ситуация, они творили везде. У них не было нормированного рабочего дня, они могли, играя в PlayStation, придумывать миниатюру, ходить там в клубе, я не знаю, курить кальян и при этом танцевать на танцполе с девушками, при этом придумать что-то, разгонять миниатюру.